Здравствуйте, хочу показать новый способ, как сделать деталь независимой. Вот в этой конструкции 5 независимых деталей. Смотрите, вот это вот 1, 2, 3, 4 и цепь 5. Можно с помощью магнитов, а можно и по-другому. Я сейчас принцип покажу. Понятно, да? Или непонятно? Короче, вот это вот я сделал. Трубу шестигранную. Вот такую вот. Она внутри полая, то есть туда можно влезть-залезть. И если эту трубу вставить в другую трубу, то вот это вот... Внутренняя труба неподвижной становится, ну, практически неподвижной, вот как здесь. То есть вот этот элемент с движком и со звездочкой, он сейчас он на декуплере прикреплен вот к этой части. Но когда я декуплер отстегиваю, вот эта вот вся труба вместе вот с этой конструкцией падает внутрь. До ограничения, да? И все. И она таким образом становится отдельным элементом. И при том не вращается по оси по своей. Потому что труба шестигранная. И благодаря этому я смог сделать вот 5 независимых. 4, цепь не считается. 4 независимых детали в одной конструкции. Вот видите. Деталь стала независимой. Независимой, но она не вываливается оттуда. И кроме того, не прокручивается. И она стоит очень, ну, достаточно плотно, чтобы можно было делать сложные крафты с множеством отдельных, нескольких отдельных деталей. Ну, такие дела. Спасибо за внимание.